Всем привет, у нас Мишкино сражение. Пару месяцев назад он ее сломал. Сейчас мы ему напомнили про нее. Он решил ее доломать до конца. Отомстить за то, что она выжила. Привет и вам всем. Да, важные очень дела. Очень непокорная бочка. Поэтому Мансур с утра решил ее покорить своей медвежьей воле. Что, Мансур, ищешь там? Привет, Оля. Hello to our Chinese fans. Да, искупался, ага. А вы не смотрите трансляцию на Ютубе? Хотя она сейчас, по-моему, не работает. Ввиду того, что у нас света нету. Кто Мансур? Нормально себя чувствует после грозы. Вот. Ой. Вот, пожалуйста. Как мальчик чувствует себя после грозы. Привет. Всем хорошей рабочей недели. Кстати, сегодня понедельник, мне тут сказали. А он, кстати, себя переживали, да, мы тоже переживали. Вчера в ночь потемнело, уже ничего не видно было, даже на камерах ничего не видно, на ютубовских видно не было. И мы пошли в дождь смотреть, куда он спрятался. А вот куда он спрятался, знают только пользователи Телеграма. Привет, привет. Вот, прям настоящий медведь в эфире. Что за домик за вольером? Это домик одного из членов команды пилота. Это не Мансура дом. Продолжение битвы. Какие звуки, Мансур? Может, в берлогу зайдешь? Берлогу он, кстати, так и вчера тоже проигнорировал. Мансур. Ага, Оля. Знаете, да, где он спал? Раскрыли секрет. Вот. Вот так вот принципиально не хочет он заходить в берлогу. Папа на след нет, не прилетит. Он же еще летит. Еще до Токио не долетел. Поэтому у него впереди еще дела. На слете будет папин представитель. Он как раз тут тренируется. Поэтому, я думаю, выступит он и за себя, и за папу, и за того парня. При поддержке всех друзей. На отлично, я думаю, возьмет все первые призы, места. Зимой душно в берлоге. А вот, кстати, нет.
Не то чтобы я там пыталась жить. Я заходила туда, и там прохладно. Не могу сказать, из-за чего. Из-за того, что она не на солнце. Из-за чего, не знаю. Мишка, давайте сделаем беседку. А я, если у кого-то есть плотники, знакомые, то пускай напишут директ или мне дайте контакты, и я напишу. Мы их... У нас есть идеи, как сделать беседку для медведя. Потому что я написала пару плотников, но что-то никто не откликается. Вот там-то у него прохладно, вот мы как раз там, и он и спасается от жары. Но у нас сегодня не так уж и жарко. Да, может быть, потому что еда в лесу, поэтому он и не хочет в берлогу идти. Сейчас посмотрим отсюда. Миша, ты что там ищешь, а, Миша? Что ты ищешь там? Цветочки? А, Мансур? Кто там тебя кусает? Оса! Ничего себе! Ну, сумасшедшая какая оса, да? Ух ты! Не боится медведя. Да-да, ага, я тоже так думаю, что просто дел много. Туда сегодня бросили бочку в джакузи. Он уже ее достал, вот она тут лежит. Сегодня он уже купался, совершал заплывы, поэтому сейчас он пока просто обходит бассейн. Good morning, bro. Good morning. How you doing? Кто там, Миша? Кто там? Там кто-то шумит, доски выбирает. Мансур смотрит, чтобы его вещи не забрали. Очень хозяйственный медведь. А львосенький, да, такой вот обходит свои владения. Доброе утро. Миша возвращается. Нет. Все, Мансур пошел обходить свои владения. А вам всем хорошего рабочего дня. Мы пошли что-нибудь поделаем еще для медведя, для обогащения среди медведей. И у кого есть контакты хороших плотников в Калуге или в области, напишите мне в директ, пожалуйста. Вот медведь вышел всем сказать пока. Пока, ребятушки, медвежьи друзьятушки.